затемненный зал, несколько десятков зрителей, а на сцене живой джаз-бенд и певица из Нью-Йорка. Подобные клубы и концертные площадки в Алма-Ате можно пересчитать буквально по пальцам. Большинство зрителей в таких залах знакомы друг с другом давно, объединены одними интересами и помыслами. Эта культурная площадка, как ни странно, отчасти обязана своим открытием финансовому кризису. У местных предпринимателей и иностранных инвесторов были серьезные планы выкупить, снести и перестроить целый квартал в историческом центре Алма-Аты. Кризис позволил группе единомышленников выкупить помещение из банковского залога и реализовать свой проект по сохранению и развитию культурной части города. Появилась идея реконструкции этой улицы, превратить ее в улицу, которую мы могли бы встретить где-нибудь, например, в Ницце, в Москве. Не знаю, в крупных городах, где сосредоточены кафе, маленькие магазинчики, какие-то совершенно авторские, может быть, объединения. Я тогда не представляла, что это может быть, но мне очень хотелось. Мне казалось, что была моя такая собственная заинтересованность, что я сама сюда приду. Коллективу творческой площадки удалось провести несколько удачных джаз-концертов с приглашенными иностранными артистами. При этом они не хотят ограничиваться только музыкой. В этих стенах будут также проводиться публичные лекции, вечера поэзии, театральные постановки. Организаторы обещают поддержать местных независимых исполнителей и артистов. Мы бы не хотели, чтобы музыканты рассматривали эту площадку как площадка для зарабатывания денег, а больше такое некое место, где они бы смогли провести такой экзаменационный, такой отчетный концерт перед интеллигентной, качественной публикой. Открытие культурного пространства практически не преследует бизнес-целей. В большинстве своем его организаторы – успешные и обеспеченные люди. Своим примером они хотят показать алматинцам путь для сохранения и преображения любимого города. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время.